Сколько изобретений может уместиться в одном мультике? Оставайтесь с нами и узнайте. После перерыва «Приключения Джимми Нейтрона. Мальчика-гения». Никелодеон. Телеканал только для детей. На экране Джимми. А значит, новые приключения, новые изобретения и новые проблемы. Смотрите «Приключения Джимми Нейтрона. Мальчика-гения». Этот удивительный парнишка снова с вами на канале Никелодеон. После перерыва Рок и его друзья займутся поиском приключений. Оставайтесь с нами и узнайте, чем это может закончиться для невезучих коровы и кенгуру-валаби. Новая жизнь Рока. Далее на канале Никелодеон. Это экстрим. Это скорость. Это напор. Отто и его команда на ваших экранах. Головокружительные трюки. Сразу после перерыва «Расступись, посторонись». Оставайтесь с нами на Никелодеоне. Далее на Никелодеоне звенит звонок, и мы попадаем в бурлящий водоворот жизни совсем взрослых школьников. Смотрите, как говорит Джинджер на канале Никелодеон. Оставайтесь с нами, потому что на Никелодеоне новые истории школьной жизни Джинджер и ее друзей. Продолжение мультика «Как говорит Джинджер» после перерыва только на канале.